Мы играем. Здесь у нас какой-то такой интересный кассовый аппарат. Саша играет. Посмотрите, какая большая игровая комната. Здесь много-много всяких игрушечек. Здесь есть игрушки, всякое разное, много всего интересно. Даша здесь играет. Ой, какая дорога интересная, большая. Ой, какая, да? Не надо крыть. Да, тачка какая. А смотри, какая здесь есть кукла Барби. Смотри, какие тут куклы, коляски. Кстати, пианино. Садишься играть? Нет, нельзя так писать. Надо играть тоненько вот так. А он не играет, да? Наверное, как-то надо включить. Раз, нет, не работает. А ну, будешь петь? Что ты будешь петь? Играть с этими игрушками всякими. Мама сюда сядет. А ты садись вот сюда. Давай, садись. Кто там? Ой, песочек, да, такой? Тоже работает, да? Крутится. Ой, да. Это пилить надо зубчики, да? Красота.
Вы домики бабушки. Мам пойдет посмотрит. Это не бабушка. Вот здесь Барби. Здесь Пикси. Здесь Пеппа. Здесь вот Пеппа. Сейчас. Нет, ты там не пройдешь, обойди. Укладывает в папки. Нашла, да? Thank you.
сейчас вам и поставлю. Оп! Вот. Нет, она падает все-таки. Она не всегда, эта кукла большая. Вот, все, мама зацепила. Монетку нашла. О, здесь доктора ты нашла, да? Ой, будет лечить, да? Ты хочешь стать доктором? Сколько? Много, там температура большая, да? Очки? Одень очки, давай мама посмотрит. Ой, как тебе красиво! Да! Укол, да? Укол, правильно. Ей больно, да? Ты больно сделала укол, да? Посмотрела ушки, да, все хорошо. Еще один укол, да? Опа, да, укол поставила. Да, кукла будет спить, да? А смотри, вот сколько бат. Да, такой туалет. Вот так вот мы играем. Здесь много кукол, большие домики, много всяких мелочей. Здесь тоже есть птички, пепы, чайки. Вот мы играем. Вот пепа тут. Больших, разных, красивых и не очень. Телевизор, на котором показывают балет. Все, покажи всем пока-пока.